Итак, друзья, показываю вам, лежит балка сваренная. Вот стоят балки. В общем, при выгрузке леса эти балки, они гнутся. Кранами их гнут. И приходится их заново делать по ходу движения в порт. Снимается эта балка, режется, варится. И потом уже, когда все готово, ставится на место. Эта балка первая была готовая. Эти балки еще делаются. Потому что они разрезаются на части, свариваются. И получается новая балка. Режутся подпилочками. Получается эта балка. Еще одна. Здесь у нас запчасти для балок лежат. Вот эту балку загнуло. От нее кусок отрезали, более-менее целый. Верхняя сторона вся. Балки тут стоят по левому и по правому борту. Когда караван везут, караван упирается в эти балки. И кранами, когда вверх караван берут, кранами, получается, эти балки загибают. И приходится их снимать и делать. Очень трудоемкая работа. Вот еще лежат порезанные балки, уже порезали, из двух одну сделали, совмещают. Эта балка у нас тоже гнутая, и скоро ее идет очередь. Вот такая вот путь этой балки. Вообще по-хорошему за место этих балок ставятся от каравана стойки, бревна деревянные. И вместе с караваном сдаются в порт. А здесь, на этом пароходе, установлены железные балки. Пароход сам японский. И приходится эти балки постоянно после каждого рейса ремонтировать. Вот такие вот дела, ребята. Поэтому с балками пароход очень трудоемкий занимает ремонт. Спасибо за внимание. Всем пока!